Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале. Сегодня у нас в эфире будет Resident Evil 2. Будем продолжать дальше проходить эту замечательную игру. И, в общем-то, будем продолжать. У нас есть уже сохранение, мы уже проходили до этого. Буквально пару дней назад. Начали мы за Леона, первый сценарий. Будем проходить чисто основной сюжетный сценарий за Леона 1 и за Клэр. А дальше будем, как говорится, двигаться по списку, который будет идти у нас к третьей части, скажем так. Так, управление настроил, все теперь правильно работает. Что-то, видать, сбилось управление. Может быть, эмулятор сбился. В любом случае, будем продолжать. Приветствую, вас уже в вентиле. А потом четвертая часть. Ну, четвертая часть вряд ли, потом будет идти у меня третья часть. А потом у нас будет идти Отберг. Только Отберг будет идти у нас, наверное, скорее всего, с одним персонажем для общей картины, как бы. Каждый, ну, один персонаж, один, естественно, там, как сказать, один персонаж. И, например, с одним персонажем все сценарии пройдем, да? Допустим, первый, второй файл. Но только я в одиночку должен буду пройти. А потом уже у нас будет идти Gun Survivor. Но до Резидента еще пока что чуть далеко, скажем так. Привет, Квантутум. Приветствую, дружище. Снова здоровки. Снова всем приветы. А еще есть код Вероника. Да, это я тоже помню. Все по хронологии будет. Это я тебе точно обещаю. Все чисто по хронологии. На данный момент, вот какие части имеются, будем походить по хронологии. У нас еще Umbrella Chronicles, не забываем. Так, сейчас мы выкидываем все лишнее. Так, что нам нужно, по идее? Что нам нужно? У нас есть ключ. Ага, я понял, куда идти. Давайте прочитаем файлы, которые мы до этого нашли. Мы не смогли их прочитать. Так, файлы. Меморандум. Полицейский меморандум. 23.08.98 года. Данным письмом мы оповещаем вас о следующих изменениях размещения оборудования, вызванных реорганизацией отделения. Сейф с цифрами замком был перемещен из офиса Старс на втором этаже в восточный офис на первом этаже. Новый шифр 2236. Информационный отдел полиции Raccoon City. Так, отчет 1. Отчет в операции номер 1. 26 сентября. Отделение полиции Raccoon City было неожиданно атаковано армией зомби. Множество сотрудников получили ранения, еще больше было убито. Во время нападения наше оборудование связи было повреждено. Теперь мы полностью отрезаны от окружающего мира. Еще хроника Мру или Акиди Харда. Курт вон на ультрахарде страдает. Да, мы видели, как он там страдает, бедолага. Мы решили предпринять комплекс оперативных действий для спасения возможных выживших, а также с целью предотвращения распространения эпидемии за пределы города. Наша основная задача на данном этапе – оружие и боеприпасы. В связи с недавними странными событиями в городе, шеф Айронс поднял вопрос о возросшей угрозе террористической атаки. За день до нападения зомби он принял решение о перераспределении оружия из арсенала по нескольким тайникам. Целью предотвращения его возможного захвата террористами. Это временная мера, вышла нам боком, поскольку теперь мы сами не можем отыскать все эти спрятанное оружие. Наша первостепенная задача будет поиск тайников с оружием, поскольку без него нам против зомби не выстоять. Закрыт арсенал. Как было сказано выше, нам будет сложно отыскать тайники с оружием. Однако в подземном арсенале еще остался значительный запас оружия. К несчастью, человек, ответственный за хранение ключа от него, пропал. Вместе с самим ключом. Кроме того, во время нападения было нарушено электроснабжение, и многие электронные замки в здании перестали работать. Наша второй основной задачей является восстановление электроснабжения и получение доступа в арсенал. Запись Дэвид Форд. Отчет операции 27 сентября, 13.00. Зомби прорвались через восточную баррикаду. В результате прошел очередной обмен. Раненых мы временно укрыли на складе конфискованных вещей. В битве было ранено еще 12 человек. Записал Дэвид Форд. Дополнение. Еще трое было убито неожиданно напавшим на нас доселе невиданным чудовищем. Чудовище отличает похожие на бритвы когти и облезлая кожа. Однако самой отвратительной его чертой, несомненно, является ужасный копьеобразный язык, способный мгновенно пробить тело человека насквозь. Сколько всего таких существ и где они обитают, пока неизвестно.
Мы окрестили это чудовище лизуном. Занимаемся разработкой средств борьбы с этой новой угрозой. Так, отчет второй. Отчет операции 2. Отчет операции номер 2. 28 сентября. Раннее утро. 2:30. Зомби добрались до нашего убежища и разразилась очередная битва. Мы потеряли еще 4, включая Давида. Теперь у нас осталось всего 4 человека, включая меня. Нам не удалось достать оружие из тайников, и наши шансы на спасение становятся все меньше. Мы пришли к согласию, что здесь нам больше не придержаться. И выработали план бегства через канализацию. Насколько нам известно, туда можно добраться через стопку утилизированного завода. Единственный недостаток нашего плана – это то, что мы не знаем, какие опасности могут предостерегать нас на заводе. Вы также понимаете, что наши шансы на выживание в канализации будут невелики, но это все равно лучше, чем просто сидеть здесь и ждать смерти. Записал Эллиот Эдвард. Ник Криса. 8 августа. Сегодня я снова говорил с шефом, но пропустил мои слова мимо ушей. Я уверен, что Umbrella проводила в этом особняке исследование вируса Т. Любой зараженный им превращался в зомби. Особняк взлетел на воздух, а вместе с ним и все улики. А поскольку Umbrella обеспечивает, наверное, половину рабочих мест, вроде все стараются закрывать глаза на их темные делишки. Похоже, выбора у меня не остается. Теперь ты не по сезону за разбродовать Джералет, а ты удивляешься. Да, есть такое дело. Но я скоро хочу немножко привести в порядок свою бородишку. Что? На днях скоро увидите меня обновленным. Так, 17 августа. Я получил много сообщений от стороны чудовища, появившихся в различных местах города. Готов спорить, что Umbrella замешана в этом. 24 августа. С помощью Джилл и Барри я наконец выяснил, зачем дело. Корпорация Umbrella начала разработку нового вируса G. Ну или просто G. Еще более ужасного, чем вирус Т. И когда эти безумцы остановятся? Обсудив все это, мы решили отправиться в Европу, в главный офис Umbrella. Сестре я ничего об этом не скажу, чтобы не подвергать ее опасности. Прости меня, Клэр, так было нужно. Отчет патруля. А убивать всех по хронологии надо было бы в третьей части или в начале, не? Или они перпендикулярные? Ну, всех не обязательно, как бы, это по возможности. Какая сложность? Привет, Джипом. Сложность, норму, обычная сложность, никаких там супер дробящих сложностей. Стандартная обычная сложность. Отчет патруля. Отчет патруля 20 сентября 21:30. Записал сержант Нил Кирлсон. Вы получили сообщение о подозрительной личности, прячущейся в канализации на окраине Ракун Сити. Прибыв на место, мы обнаружили подозреваемого. Однако ему удалось сбежать, и мы не смогли его допросить. Были обнаружены следующие предметы. Небольшое количество взрывчатки С4, электронный детонатор, инфракрасный прицел сломан. Конец отсчета. Дневник А. Дневник А. 6 апреля я по неосторожности сдвинул одну из каменных статуй на втором этаже, когда облокотилась на нее. Когда шеф узнал об этом, то чуть не убил меня. Он орал на меня, как сумасшедший, требуя, чтобы я никогда больше не трогала эту статую. Если эта штука так дорога ему, то почему бы ему тогда не убрать ее куда-нибудь подальше, а не выставлять посреди комнаты? Так, момент, товарищи.
Так, продолжаем, товарищи. Может, все поиграешь в Атланте, там атмосфера посередине, да и сварнее забавно хватает. Ну, очередь к Quantum Dawn, всему свое время, пока я не могу начать игру. Все по возможности, в общем-то. Потому что, ну, он же, помню, обычное видео, даже не харты, не кошмар, никаких тебе челленджей, а просто прохождение по призору на Хазоне с улицы, без прочих вещей. Так, Тустап, если эта штука так дорога, то мы это мы читали. 7 апреля. Слышал, что все предметы из его коллекции представляют очень большую ценность. Каждый экспонат стоит десятки тысяч долларов. Даже не знаю, что является большой тайной. Где он достает эти ценности или откуда у него деньги на них? 10 мая. Я не удивилась, когда увидела, что шеф принес еще один экспонат для своей коллекции. На этот раз это была большая картина, на которой было изображено повешение какого-то голого человека. Меня совсем обескуражило выражение лица шефа, когда он любовался этой картиной. Не представляю, как такие ужасные вещи могут называться произведением искусства. Все, вот мы дочитали наконец-то все дело. Так, ну ножик можно, наверное, хотя ладно, пусть пока с нами будет. Кинож нам тоже нужен будет. Я нашел в инете буквально так, сейчас, что там. Я нашел в инете буквально, который объясняет все более того, что стрим не будет гореть одной буквой. Буква Б? Ну да. Я не навязываю, просто для блага, а вот очереди эта тематика самодепий. Не, я понимаю, да, как бы. Ну, когда идем, обязательно поиграем в эту игру. Привет, Бу, приветствую. Почти Б. Так, сейчас момент, чуть-чуть звук потише сделаю. А, звук и так тихий. Так, нормально. Я думаю, что-то громко. Так, ну что, продолжаем, ребятки. Продолжаем. Не, уже не тормозит. Управление тоже подправил, все нормально. Все работает. Так, а я напоминаю, друзья, что мы проходим сценарий за Леона. Как видим, эпидемия в городе начала буйствовать в Ракун-Сити. Если до этого в особняке Спенсера было все, и еще в другом учебном центре, в окраине Ракун-Сити, то здесь теперь же все в городе, как говорится, горит, дымит. Уже зараза добралась до города, в общем говоря. Так, ну что ж. Нам нужно, конечно, место. Без него никуда, конечно же. Так, резун. Вылез, как я не знаю что. Так, провод. Все это взяли. Не хотел бы я в таком городе оказаться. Да не говори. Представь себе, куча зомби, всяких, помимо зомби, всяких еще мутантов. Твари непонятного происхождения. Как хорошо моя буква закрывает паука. Да, нормально, ничего страшного. Чего уж там. Сегодня у нас такой просто обычный стрим, как есть натуральный Resident Evil, натуральной сложности, без всяких хардкоров, без всяких кошмаров, как говорится, как есть. Так, ну что ж. Так, это можно выкинуть. Что еще можно? В принципе, нож, наверное, уже можно выкинуть, если честно. Город Нотл захватили зомбаки. Непорядок, однако. Прошу прощения. Порядок, однако, где же боевые полоскатели, они же не ваши. Но вообще удивительно, что город довольно-таки быстро развалился, учитывая то, что наверняка была какая-то военная техника, хоть что-то, чтобы можно было это предотвратить. Но, увы, походу ничего не произошло. Спасибо, сэр. Это натуральный сюжет. Есть хард и кошмар. В игре это натуральный сюжет. Буба, я не знаю, что ты подразумеваешь под казуальной сложностью, но это называется нормал.
Как бы. Спасибо, Бу. Спасибо, дружище. Это пивин неправильно. Изи хард, кошмар. Наверное. Но в любом случае, как бы, мы просто проходим просто по хронологии. Я-то вообще Resident 2 уже прошел много раз. Как бы, все сценарии, все там мы облазили, все прочистили. Как бы это все есть полное прохождение. Сегодня мы просто проходим по фану, как говорится. Без всякого там хардкора. Так, ну что ж. Ключ глубины у нас есть. Вообще, да, кошмар вроде потом открывается, но в PlayStation версии, по-моему, он не открывается, если я не ошибаюсь. Он открывается, по-моему, в ПК версии. Если, конечно, я не ошибаюсь, опять-таки. Сика продолжает радовать. Летает, летает, чатик, я не успел прочитывать. Сика продолжает радовать людей. День лучшая компания, наверное, на сегодняшний день. А, это вот эта игра. Скидка 10%. Игрокам на PlayStation 1 не доверили. Так, ну что, продолжаем, продолжаем, ребятки. Нет, так, тут у нас был спрей. Уба хочет тебя запихнуть в мрак кошмар без фонарика. По-моему, да, это его самая основная цель. Какое бы ни было у меня прохождение. Только хардкор, как говорится. Не, я-то сам не против, как бы, не против хардкора, честно сказать. Просто это вот сегодня именно вот второй резидент такой. Как бы решил просто пройти на нормально. А так я проходил, даже на хардкоре проходил, и я помню, какие-то еще эксклюзив версии проходил, с модами даже проходил, блин, о чем там говорить. Тоже чуть, как говорится, задницу себе не разорвал от этих модов. Так, вон там я ключики вижу. Сейчас я его тяпну. Так, ключики есть. То есть там нет, да? Эксклюзив PlayStation входит на ПК, будем брать. А что за игра? Вот это, которую ты говоришь про Якудза? Если так, то, как говорится, вообще изи. Можно будет купить. Так, ну что ж. Ключ у нас есть. Так. И да, кстати, товарищи, кто-то меня еще поддержал на 500 рублей. Вчера утром в 11 утра, я не знаю, кто это поддержал, там не написано было ни имени, ничего, походу кто-то поддержал, на Киви мне закинул. В любом случае, кто бы это ни был, спасибо вам большое за поддержку, спасибо, дружище, или девушка, может, я не знаю, кто закинул, но в любом случае, спасибо, ребятки, кто бы ни был. Очень, как говорится, благодарен за поддержку, да и вообще за всякую поддержку, как говорится, приятно и... дает небольшой такой стимул идти, как говорится, дальше и делать более качественный контент. Ну, стараемся, в общем-то, делать, скажем так. Так, вентиль нам, по-моему, нужен будет тоже. Ай, его нет, короче, бандикут, всего яркая детская игра. Берн-берн-берн, друна, лабиринт с карты, фаер-фаер, берн-берн-берн. Да-да-да-да-да, вот только так и было, по-моему. Главное, чтобы потом не было недержание от кошмарика. Да-да-да, и чтоб ночью не захотелось... просыпаться в поту и, как говорится, вспоминать такие ужасы. Кто-то ошибся на 500 рублей. Но я не знаю, там кто-то поддержал, смотрю, вроде 11 часов утра, это вчера было. Я смотрю, не видно даже, кто отправил. Ни имени, ничего нету, ни сообщения. Но в любом случае, даже если кто-то ошибся, все равно благодарю этого товарища или девушку, я не знаю. Очень благодарен. Хотя, не знаю, ошибиться вряд ли могли. Мне как-то на телефон стоили 200 рублей кто-то кинул. О, ну это бывает, да, на телефон тоже ошибаются, кидают бабусы. Я так кидал тоже пару раз случайно кому-то.
на тот номер. Так, сейчас нам нужно... Ага. Интересно, сейчас нам нужно идти в эту сторону. Что-то я пока задумался. Ключ бубы. Ключ бубны, скажем так. Хотя да, это, наверное, бубен ключ. Так, идем дальше. Окна мы тут забаррикадировали, хотя это вряд ли нам сильно поможет. И да, друзья, я хочу кое-что еще сказать. Возможно, я скоро уеду, где-то через неделю. Где-то на недельку, может быть, максимум потолок 2 недели, там, ну, 10 дней, да, вот так примерно. Я точно не знаю, просто мне еще ничего не сказали. На больничный мне надо будет уехать. Так что, ребятки, скоро, где-то, наверное, через недельку я уеду. Так что ждите, товарищи. Если что, как говорится, буду, как говорится, ну, не скоро, скажем так. Так, все, ключ нам нужен. Жить вон там. Не-не, на больничный, именно на больничный. Так, ну как мы видим, все эти ребятки превратились в зомби. Это те полицейские, которые укрыли раненых после борьбы с зомби. Вот здесь, там еще в документе говорилось. Вот тут поэтому такая пачка. Они все превратились в зомби. Раненые, естественно. На недельку до второго ты увидишь комаров. Так, ну что ж. Да, так что придется уехать на недельку. Подлечить здоровье немного надо будет. Я бы, конечно, не уехал, но такая вот ситуация сложилась, что надо, как говорится. Так, замок сломан. Все это открыли. Пленку тоже получили. Да, спасибо, Сэп, в общем. Ну, просто чтобы вы знали, что потом. Потом, чтобы не спрашивали, куда Серега пропал. Так, Марк, давайте зомби. Ох ты ж, блин, а. Марк, ну ты козлина, а. Ну ладно, в принципе. Этот. Так, записка Леона. Леона Скеннеди, поздравляем с переводом в отделение полиции Ракун-Сити. Мы рады вашему вступлению в наши ряды и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Добро пожаловать на борт от всех сотрудников полиции Ракун-Сити. Да, Леона тут хотели встретить, конечно, как полагается, но, увы, как говорится, попал не в ту установочку, довольно-таки непраздничную. Варик закончи, а то они будут летать на пердаке. Его на лицо пипец. Да, Варик, я, конечно, не знаю, успею ли я закончить, но у меня где-то еще, наверное, неделя есть. Пока неизвестно, там тоже пока решают этот вопрос, ну, как бы описывают место в больнице. Я не знаю, там будет ли место, не будет. Ну, как бы будет, но просто неизвестно, когда скажут. Ну, примерно неделя, ну, так скажем. Может, чуть меньше. Так, ключ червей. Ну, все, ключик у нас есть.
Типа депутат не любит кривой эмулятор, сам понимаешь, как бы я пробовал запустить на том эмуляторе, там эмулятор что-то каким-то багами начал работать, то он ломался, крашился, то он вообще не запускал игру. Не знаю, в общем, я с удовольствием заюзанул твой эмулятор, но он что-то не хотел работать. Не знаю почему. Уж поверь мне на слово. Мне как бы смысла врать нету, потому что я наоборот только за качество. Так, пленка А. Код Г. Человеческое тело. Эксперимент 9.15.15.24. Меня это зимой ложили в больницу. Только у них кровати были все заняты. Я каждый день туда ходил пешком. Здоровье крайне быстро. Страх посетил. Ну, я, честно говоря, последний раз лежал в больнице почти лет 10 назад, честно сказать. И, блин, отвык от этого всего уже давно. Раньше-то я чаще лежал. Сейчас не знаю, как это будет куковать, конечно. Но я уже готовлюсь, в принципе, там заготавливаю кое-какие вещи в поездку. Как говорится, скучно не было, всякие журналы там. Никогда не лежал. Ну ты везунчик, это точно скажу. Но я скажу так, в больнице лежать это, честно говоря, та еще мука. Если вообще нечем заняться там, тем более ты лежишь. Если еще по палате есть кто, например, с кем можно поболтать, то еще ничего. Но все равно это ужасно скучно. Просто дико скучно. Единственное, что спасает, так это процедуры. Ты, например, ходишь на процедуры, я там подлечу, за это время тоже как бы идет. А в целом, конечно, вообще ужасно скучно. Что мне сейчас, конечно, можно брать с собой ноут, планшет, телефон, смартфон. Ну да, я думаю, вот это как бы... В этом плане я что-нибудь возьму, не знаю. Потому что, блин, там реально... Скучно будет еще как. Так, у этого я брал патроны или не брал? Брал. Брал патроны. Все, выкидываем. Ком с собой. Ну, может быть, ноутбук я возьму, я не знаю. Сейчас мы планируем взять себе ноутбук в кредит. Или в рассрочку, там, не знаю. Может быть, ноутбук возьму хотя бы. Хотя бы хоть что-то, если будет. Если вообще ноутбук, интересно, пускают в больницу брать? Такой вот вопрос знатокам, кто лежал, или кто, может, знает. Красиво двоих снес. Вроде можно, может быть, в разных отделениях по-разному тут. Но я не думаю, что у них там прям такой строгий этот прям. Мне кажется, вообще им пофигу должно быть. Мы тоже живые люди, а не как эти сосиски, которые просто лежат там, не знаю. Кардиология может быть вредна. Не, ну я точно не в отдел кардиологии буду ложиться. Так, карту мы взяли. Видео, как беременная биомусор курит около роддома. Ну, куда же без таких людей? Есть такие глупцы. Так, окей, сделали.
А так, конечно, многие люди еще вот не курили, они любят покурить, что с них взять. Но люди, они глупые, не думают о последствиях так. Временно там что-то, как говорится, утеху свою утешить и все. Я в колледже учился, одногруппница беременная курила. Но глупые девушки, что с ним взять, некоторые бывают. Им объясняешь, например, такие вещи, если они, конечно, вообще кто-то объясняет. А они, как говорится, делают просто. Что ж... Я еще у нее спросил, зачем ты куришь, беременная? А она отвечает, что бросать курить вредно, стресс. Ага, блин. А это как будто бы не стресс, да? Типа, точнее, это как будто не вред. Дым сигаретный, который попадает в легкие, потом... Из этих легких выходят витамины тоже, кстати говоря, ну, идут в организм ребенку через пуповицу, которая там внутри. Он же ребенок все впитывает в себя. Прекрасно просто. Потом такие дети рождаются с хроническими заболеваниями, потом возятся и лечат эти матери глупые. Ну, кто вот такой образ жизни ведет, имею в виду. И думают, а как мой ребенок заразился? Оказывается, вот оно что, вы покуривали, милочка. Вот, пожалуйста, ваш ребенок заболел. Причем в утробе еще, скажем так. Ну да, вот такие дети больные рождаются, потом их там, я не знаю, что они делают, конечно, как их лечат. Но факт в том, что вот такое бывает, как говорится. Сказал Серега, играя зеленый в счет травка. Да, такое тоже есть. Ну вообще, конечно, на здоровье надо следить. Сейчас, честно говоря, такой век у нас настал, когда еда тоже химическая всякая, вот это пошло много всего химического. Всякие усилители вкуса. Вроде так жрешь это все, думаешь, а вкусно там, да, чуть можно позволить себе. Потом, как выходит боком, в прямом смысле слова, и, блин, думаешь, нахрена я это все жрал? Потому что вкусно, потому что психологически тебе доставляет это удовольствие. Сам вкус этого всего, а по факту-то это все вредно. Как говорится, все, что заливать яд, я не знаю, в бочку с водой, то же самое. По всем кучкам получается больше вреда, чем активно. Извини за это. Когда я увидела униформу, то подумала, что ты тоже зомби. Ты кто? Эйда Ванг. И что ты здесь делаешь? Я ищу парня по имени Бен. Он принадлежит к тому типу репортеров, которые всегда ищут сенсации. Я слышала, что ее замкнули в блоке. Там только старая машина, которая переграждает вход. Я попыталась найти другой путь внутрь. Если бы мы работали вместе, мы могли бы добиться чего-то. Дай мне свою руку. А да, да, она же в курсе, что она азиатка. Ну, я не знаю, может быть, что... Наверное, в курсе. И да, воздух, вода, все отравлено. Ну, вообще, да, честно сказать, сейчас эти выхлопы, все это от машин. Сейчас, тем более, машин до хрена развелось. Если, как говорится, жить, то только где-нибудь на отшибе, где-нибудь на каком-нибудь деревне или в лесу. Где, по крайней мере, чистый воздух. А в городе, мегаполисе жить — это та еще отрава на самом деле. Если только респиратор не носить от этой отравы, то там, не знаю, противогаз какой-нибудь. Но это надо, блин, противогаз, наверное, там менять раз пару дней, наверное. Эй, да подожди! Медведь мимо не пройдет после слабительного, тогда не будет чистого воздуха. Ну вообще, просто проще говоря, как говорится, в городе вообще опасно жить. Потому что вредно все. Большой вред во всем, если так сказать. И воздух, и еда, блин. О чем тут говорить, когда
всякие фастфуды те же. В общем, понятно так все, я думаю, для вас всех, для обывателей, или тех, кто живет в городе, всех все и так понимают. Чем город меньше, тем легче жить, ну да. Да, я угадаю, ты, наверное, Бен, так? Поднимайся. Что тебе нужно? Я пытаюсь заснуть. Это и есть парень? Бен, ты сказал властям города, что ты знаешь о том, что происходит, не так ли? Что ты им сказал? А ты еще кто? Я пытаюсь найти своего парня. Его зовут Джон. Он работал в одном из отделов Umbrella, расположенном в Чикаго, но он внезапно исчез 6 месяцев назад. Я слышала, что он здесь, в городе. Я ничего не знаю, но даже если бы я знал, с какой стати я должен говорить вам об этом? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? Она у меня прямо тут, офицер. Но я не собираюсь покидать эту камеру. Эти зомби — единственное, что там есть. Что это было? Я уже сказал, я не покину камеру, но... Убирайтесь отсюда, пока вы не пришли ко мне. Хе, я никуда не иду. Я единственный полицейский, который остался здесь. Что? Если ты хочешь выжить, то ты должен идти со мной. Ты хоть знаешь, как выбраться из этого города? За зданием есть канал. Внутри канала есть большая дыра. Идите туда, и вы выйдете к сточной канаве. Но это будет нелегко. Хорошо, я иду. Ох, вас еще даже обычный хлеб, такой какой-то химия, фрозное зерно. Братишка, покушай, принес. Да, хлеб сейчас, честно говоря, уже другой тоже стал. В этом плане, как говорится, хлеб даже другой. Короче, жрать опасно. Питаемся воздухом. Скажем так. Хотя, чем быть, воздух-то тоже заражен. С этими дымами. Миссию-то прошел до конца или спать пошел? А, я нет, я же сохранил ее. Так я ее не прошел. Наверное, тоже такая сложноватая была. Но ее выполнить можно, в принципе. Это козлик. Я когда играл в компанию Атаса, последняя миссия сложная, я там подгорал. Ну, не знаю, я только, честно говоря, вот сколько я сейчас играю в Warcraft, пока что... Ну, на нормале, естественно. Пока что только один раз стрял. И то там одну миссию просто не до конца понял, по-моему. Неправильно сделал. Что-то зачесался опять. Так.
Целый склад у меня этих трав уже накопился. Так, что там еще у нас? Вроде все. Эйда! Я думаю, я еще не представился. Меня зовут Лиен. Это конец. Эй, да. Ты думаешь, нам надо идти наверх через эту шахту? Поднимай меня, я хочу проверить. Что, мы играем за Аду. Теперь мы проходим дальше за Эйд. Адочка. Так, патрончики. Так, толкаем ящички. Это довольно легкая вообще головоломка. Вообще удивительно, кто умудрился этот ключ спрятать вот в таком месте. Лион, ты меня слышишь? Эйда, ты что-нибудь нашла? Вот здесь. Думай быстро. Вот еще один. Слушай, я не могу достигнуть вентиляционной шахты. Я поищу другой путь. Я присоединюсь к вам позже. Что? Эйда, подожди!
так не думаю, это в смысле загадок. А то дойдешь до такого, откуда тут вообще столько загадок? Почему некоторые вещи закрыли ключами, которые лежат хер знает где, как говорится. Ну да. Я тоже так думаю, конечно. Типа, откуда они тут вообще могут быть? Ну, оставили, как говорится, на волю, на фантазию, так сказать, нам. На нашу фантазию. О, кого я вижу? Оттяга. Привет, Вика. Приветствую. Викусик, привет. Так. Ну да, условности, это тоже верно. Куда же без них. Приветствую, Вика. Как у тебя дела? Как жизнь молодая? Сейчас зову против изуна. Я ненадолго, а тут трафик сажу весь. Все хорошо. Да все нормально. Сейчас скоро тоже уеду на больничный. Тебе тоже скажу сразу, чтобы ты знал. Уеду скоро на больничный через неделю. И это на 10 дней, возможно. Так что меня скоро не будет в сети. Дней 10, наверное, примерно. То, чтобы ты знал. А так все отлично. Все потрясающе. Спасибо, что зашла. Тебе, как говорится, хорошего дня. Всего самого лучшего. Насчет навылки я все помню. Если что. А, ты на улице. Так ты гуляешь, получается, как я понял. Да, я вернусь, мышка, ты не переживай. Я вернусь, я буду, как говорится, тут. Через там, недели две. Взаимно, мышонок. Также взаимно. Взаимно, мой маленький мышонок. Буду, как говорится, скучать. А, с детьми гуляешь. Ну, это круто, круто. Как говорится. Всегда приятно, когда... Всегда приятно детям, когда мама сможет с ними погулять там где-нибудь. Аллее, не знаю, где угодно вообще. Ну, вам тогда хорошего отдыха в любом случае. Спасибо, что заглянула. Еще раз, как говорится, говорю спасибо. И приятно, как говорится, тебя всегда видеть на стриме. Ну и не только на стриме. В сети, как говорится, тоже. Так. Ну что, у нас теперь есть доступ, товарищи. Доступ к вооружению. А, еще, Вика, если тут... что у тебя, кстати, там с компом? Как обстоят дела? Есть какие-нибудь продвижения? Так, тут же пулемет под сумок. Под сумок позволяет нести больше предметов. Взять пулемет. Но я возьму, наверное, ребятки, все-таки, наверное, пулемет. Все, есть у нас пулемет. Под сумок я оставлю QR, наверное. Соцелень для QR. Да, оставим для QR. Так, ну что, идем дальше. Ищи карта файл. Ну все вроде.
Так, ну окей, идем дальше. Вообще, если так посмотреть, довольно быстро проходит этот второй резидент, если делать, конечно, все правильно, не ошибаться тут, допустим. О, вот еще и магнум. У нас тут, ребятки, еще и магнум. Так, ник сторожа. 11 августа. Мне довелось увидеть голубое небо впервые за прошедшие годы, но это не помогло мне избавиться от хандры. Шеф отчитывал меня за пренебрежение служебными обязанностями. Когда я был на вершине часовой башни, единственное, что я до сих пор пор не могу понять. Шеф, оказалось, был больше озабочен тем, что я забрался на башню, а не тем, что оставил свой пост. Да и вообще, зачем кому-то понадобилось запрещать доступ на башню? 5 сентября. Я недавно разговаривался со стариком, что работает на мусорной свалке. Его зовут Томас. Довольно тихий и, кажется, очень любит шахматы. Он даже для дверей на своей свалке сделал особые замки и ключи в виде шахматных фигур. Мы договорились с ним сыграть партию в шахматы завтра вечером. Интересно, насколько он хорош. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что он вечно чешется. Что это их кожная болезнь или просто невоспитанность. Я до сентября. Томас оказался куда лучшим игроком, чем я мог предположить. Раньше я считал себя хорошим шахматистом, но он расправился со мной в 2 счета. Пожалуй, единственное, что может сравниться с его мастерством, так это неумеренность аппетита. За время игры он только и говорил, что о еде. На вид он был вполне здоров. Только что-то в нем и казалось мне очень странным. Интересно, все ли с ним в порядке? Это тебе быстро, так как ты проходишь сейчас, если будешь проходить медленно. Ну да, тоже верно. Нет, я просто к чему говорю, что игру как бы вообще можно быстро реально пройти, если, конечно, все знать, да, это действительно игру можно реально с таким вот багажом знаний пройти очень быстро вообще, на удивление. 12 сентября. Сегодня у нас с Томасом должна была состояться еще одна партия, но нам пришлось ее отложить из-за его плохого самочувствия. Он загнул ко мне, но я отправил его домой отдыхать, потому что выглядел он словно ходячий мертвец, хотя он утверждал, что чувствовал себя нормально. Но с первого взгляда было видно, что у него реальные проблемы. Если подумать, в последнее время я сам стал чувствовать себя неважно. Вот так и инфекция распространялась. Томас, наверное, там работал на свалке, подцепил какую-то инфекцию, наверное, от крыс. Крысы же переносили здесь вирус, по идее. И вот, пожалуйста, наверное, там, может быть, может, поцарапался где-то что-то. Хрен его знает. Муравин тоже может быть за 5 минут. Но если это так, то... Я не играл в Муравин, но если ты говоришь, что за 5 минут можно пройти, я тебе поверю на слово. Так, что у нас еще? У нас есть ключ. У нас есть ключ. Ключ трефа. И, в принципе, нам надо выкинуть магнум. Узишку я нам тоже выкину. Я буду ее оставлять на боссов, чисто на боссов. Мне кажется, и без узишки можно обойтись наверняка. Потом у нас переспал с анки-зомби, вот и заразился. Ага. Увидел такую по пьяни бабенку, она вроде зомби была. И все, пошел-поехал. Она его там в страсти покусала. А он такой довольный, наверное. В экстазе даже не почувствовал укусов. Так, это все можно добро выкинуть. Это я возьму. Если аппарат вас обидел, позвоните в службу на наказание аппарата. Такое тоже есть. Если аппарат вас обидел. А, это который эти штуки раздает. Всякие жвачки, которые всякие игрушки. Если игра тебя обижает, то ты знаешь, куда. Да, я знаю, куда звонить в офис Capcom. С гневными жалобами буду им звонить и говорить, что меня игра обидела. Так, ну что ж, я готов. Кстати говоря, ребята, а сколько там еще осталось миссий в Варкрафте? Вот это, вот этой части, которую я прохожу. Кто, может, играл, знает. Хотя, наверное, многие из вас играли. Цать? Цать это сколько?
Может быть 30, может 20, может... Так, отлично, ключ больше не нужен. Звонит в офис Кэпкома в Челябинске. А офис Кэпкома будет там в Челябинске где-нибудь расположен. Что самое смешное. Так, спрейчик. Только про компанию Атас еще. Еще и... Или вообще? Нет, вообще. Вот сколько осталось именно в этой части, которую я прохожу. Есть же две части тварика третьего. Ой, прошу прощения. Понятно, короче, просто цать. Ну, Сэк, спасибо за разъяснение. Буду гадать, сколько там осталось, 20 или 30. Ну, короче, наверное, много. Ну, сколько там, я не знаю, мы прошли уже за орков пару миссий, за альянс, за нежить уже прошли, тоже немало миссий вроде. Ну, я, конечно, буду надеяться, что я хотя бы Warcraft закончу до поездки в больницу. Я на это очень надеюсь. Так, я же могу пойти отсюда, получается. А, у меня же еще миллион. Придется пойти отсюда. Там 4 расы. Ага, значит, получается, у нас еще одна раса как минимум осталась. Сейчас обрадуешь точно? Ну, давай, Сапушка, обрадуй. Обрадуй нас. Так, мы сейчас сразу пойдем тогда наверх. Ах ты ж, очка зуба. Еще фронт Mission 3 на нас увисит. Ну, именно спецмиссии. Кстати, вот этих зомби я могу перебить, если так посмотреть. Что, по-моему, чтобы потом Клэр их не встретила. Что будет вообще прекрасно. Так, через этот вентиль я поставлю. Спасибо, сэр, что посмотрел. Ты прям меня обрадовал. Я аж теперь знаю, сколько миссий меня ждет. Ух, целый цать, причем ровно. Короче, 20, буду, наверное, так говорить. Хотя, может, и 30, хрен его знает. А, куда же наверх надо, блин? Наверх надо... 21, да? Ладно, кстати, короче, я буду сам гадать теперь. Скажи спасибо, что оригинал легче, чем Адон. Это между варики. Так, старых блин, стоп, вниз нет. Скрубить нас я не буду. Что, короче, кое-что надо будет сделать. Ну, в любом случае, спасибо. Адон меньше, стратегия больше. Нет. А, про Warcraft. Ну, на этом хоть спасибо, да, в любом случае. Так, в любом случае, сейчас нам нужно идти вниз, проявить пленочку и сделать еще кое-какие манипуляции. Так, я, наверное, думаю, что лучше всего будет пойти сначала... Наверное, лучше пойти пленку пройти. Гранатомет, сэр. А, РПГ, ты с него тащишься? Ну, в четвертом, кстати, резике есть РПГ, такой именно.
Пара добрая РПГ, как говорится. Ну и в пятом. Да, и в пятой есть, в четвертой еще какое оно есть. Сейчас помню, где оно еще фигурирует. В шестой части тоже есть за Леона. Это РПГ. В трех частях как минимум она точно есть. Где-то она еще была, если я не ошибаюсь. Сейчас вспомню, где она еще была. Дальше пятый мне уже не тянет. В общем, в трех частях она определенно была. Да. Кстати, в четвертой, по-моему, можно было покупать вот РПГ за 30 монет. Бесед, или как там называют. Но я, кстати, его не покупал, потому что неинтересно было бы играть. Таким темпом там можно было вообще спокойно покупать гранатомет. Пленка Б. Фронтальная фотография портного ракурса превратился в зомби в течение 2 часов. Это произошло до момента, когда он утратил контроль над собой. Субъект неоднократно жаловался на серьезное воспаление эпидермиса, кроме того, на чувство тошноты и фотографии рвампы. Что-то захотелось одну в ВКТ пройти, но как вспомню первую миссию, сразу не хочется, да? Ну а ты не думай, ты просто ностальгии поиграй. Так, что нам нужно? Вот это можно потом взять. Так, ну все, в принципе. Осталось нам получить... А, камушки надо взять. Нам осталось, по идее, получить тупо один символ, и все, можно валить с полицейского участка. Я на Сергея, я на харде буду, если будет. А, на харде. Ох, ребятки, любите ли вы на харде играть? Хотя, конечно, вы там тоже есть своя единенька, безусловно. Ну, можно и на харде, почему нет? Если ты говоришь, что миссии первые унылые, то ты их быстро пройдешь, по идее. Я же еще могу пойти вниз зачистить, что я, собственно говоря, и сделаю. Потому что, чтобы потом квер было легче. Сюда. Так, теперь. А, нам же надо потушить этот чудо. Пожар. Пожар, который там случился от этого вертолета. Фути, блин, мы его потушили, я даже забыл про это. Вон он, мать. Мы его потушили, блин. Я вообще забыл. Так, ну ладно, все равно в любом случае хороший повод пойти вот в эту сторону и как раз зачистить тот коридор, в который попали зомби. Чтобы потом Клэр было легче пробиваться. Не знаю, влияет ли это, повлияет ли это вообще на сценарий Клэр, но надо проверить. Thank you.
Осталось поставить камушки и последний символ у нас в кармане. Завалил мирных зомби. Мирных демонстрантов зомби. Они потом кого-нибудь там грузанули, вполне возможно Клэр. И потом бы это далеко было бы не мирно, на самом деле. Так, осталось поставить камушки и будет все просто в шоколаде у нас. Получим четвертую фигурку. Не знаю кого, но получим. Жалко, что с Леоном нельзя пройти в эту комнату, хотя можно это пройти это в другом сценарии, кажется. Так, что, вставляем камушки. Да уж, нехило у шефа тут коллекция картин. Король. Как символично прямо. Именно король. Причем это относится к самому шефу. Типа это королевское его вот это вот местечко. А где Немесис? А вот хороший вопрос. Но Немесиса еще нет. Эти события же происходят до третьей части, как бы. Поэтому Немезида еще нету. Так, теперь нам нужно идти, получается, в подвал. Нам будет проще сейчас подняться наверх и сразу спуститься вниз в сам подвал. Так, вентиль выкидываю, беру УЗИшку. Ну и все, в принципе. Так, все, пора валить с полицейского участка. Мы его облазили, обчистили. Как только Марин. Немесис, Немесис, где ж ты находишься, Немесис? Возможно, Немесис сейчас только-только готовят на поимку членов отряда Старс. Да, участок довольно большой, если так посмотреть. Ну, вроде как в истории файла Президент Evil говорилось, что это был большой музей. Кажется, музей или библиотека, что-то такое. По-моему, музей. И потом полиция выкупила, что ли, это здание и как-то переделала под полицейский участок. Что-то такое говорилось где-то в файлах. Две мерки, да, еще наводит марафет перед встречей с Гилей. У Курта была стрёмная страшная картинка в анонсе. А, подожди-ка, это второй части, ты имеешь в виду, Сэф? Он сейчас же вроде выбирает картинку в третьей части. Я, кстати, видел эти варианты, там, конечно, угу-гу вариантики. Особенно первый доставил вариант, вообще просто убил, повал. Третий, а где ты видел Немесиса второй? Ну, в модах, они же в модах там подкрепляют эти Немесисы. Засовывают туда как-то текстуры. Пошел отсюда! Ааа!
карающий глаз, карающее око. Так, я вообще в Resident Evil не играл, так что... О-о-о-о, ты много потерял, Бу. Рекомендую поиграть. Просто рекомендую. Хотя бы одну часть какую-нибудь. Ну, первую желательно. Хотя бы. Бен! Ты меня еще слышишь? Ну давай же, отвечай! Черт! Я не могу поверить в это! Я почти все понял! Бен! Горькая ирония! Шеф полиции закоксовал и выбросил ее. Достань этого ублюдка! Заставь его заплатить! Ага, личинка. Держись там, Бен! Сейчас личинка вылезет. Ай. Моя шея! Она горит! Что случилось? Боже, что это было? Нашу картинку Курта, но он пока что как бы снимет. Ну, мы увидим, увидим. Письмо шефу. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. Наша лаборатория в особняке была уничтожена предателем Альбертом Вескером. К счастью, его действия не оказали существенного влияния на ход исследования. Единственной угрозой нам остаются оставшиеся сотрудники отдела Старс. Редфилд, Валентайн, Бертон, Чемберс и Уикерс. Если выяснится, что у них есть против нас какие-либо улики... Немедленно избавьтесь от них, но только так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Продолжайте следить за ходом их расследования и постарайтесь избежать любой огласки. Аннет все-таки также будет вашим связанным в ходе всего этого дела, Вильям Биркин. Брайан Уайрон, шеф полиции Ракун-Сити. В качестве оплаты ваших услуг за прошедший период я перевел на ваш счет 10 тысяч долларов. Как мы и договаривались, разработка вируса G почти окончена, когда вся работа будет сделана. Я уверен, что меня примут в совет директоров корпорации Umbrella. Нам необходимо действовать крайне осторожно. Редфилд и остальные члены Старс все еще пытаются добыть информацию о проекте. Продолжайте следить за ними и блокируйте все их попытки. Приникнуть в подземный исследовательский комплекс. Вильям Биркин. Брайан Уайрон, шеф полиции Ракун-Сити. У нас проблема. Мне стало известно, что директор РАД корпорации направил в Ракун-Сити шпионов, чтобы выкрасть результаты моих исследований вируса G. Мне неизвестно, сколько всего этих шпионов. Однако я не могу позволить, чтобы у меня так просто украли работу. Тщательно обыщите весь город и задержите всех подозрительных людей под любыми подходящими предлогами. Сообщайте Аннет о каждом таком задержанном. Надеюсь, эта мера предосторожности поможет мне. Я никому не позволю украсть мои исследования по вирусу G. Никому, даже самой корпорации Umbrella. Вильям Биркин. Стрим в честь стрёмного ремейка. Привет, Хьюмич, привет. Стрёмного? Ну, ты не угадал, не в честь. Я просто... Как раз таки ремейк мне напомнил, что я по хронологии прохожу Resident сейчас. Ну, взялся за это. И вот я решил второй разик постримить, и он просто попал, скажем так, под это. Ну, и, естественно, Resident 2 ремейк, да, чуть-чуть дал фору в этом плане. Подтолкнул. Чё-то дёшево, 10 косарей грина. Но до 98 года это большие деньги были, Бу. Это большие деньги. Это сейчас фигня 10 тысяч долларов. Не очень большие деньги. Для тех времен, для 98 года, это нехилые бабки были. Все, выход. Письмо шефу обработано. Это не крепать. Ну, не знаю, Хьюмич, тебе, видать, что-то там не понравилось. Ремейк опять под четвертую часть косит. Ну... Четвертую, не четвертую, я не знаю. Просто, как бы это сказать, это дело привычки, кому как удобнее. Я, честно сказать, не знаю. Мне, например, понравилось, лично мне. Я не говорю, что там что-то есть похоже на четверку. Ну да, похоже есть. Кто-то вообще сравнивает, что шестерка на шестерку похоже, там еще что-то, что-то. Так что, пока что все нравится. Куда ты идешь, Эйда? На химическом заводе. Мне кажется, что я найду там Джона. Эйда, подожди! Эй! Нёс ты 10 кагрин, это стандарт атаки киллера. Ты меня слышишь, Клэр? У нас теперь есть доступ к задней парковке. Поняла. Я убираюсь отсюда и иду к сточной трубе. Ты можешь меня там встретить? Я уже еду.
Начиная с этой части, они крупно срут Резиков. Хуже только Резики от первого лица. Ну, как бы это сказать? Я, наверное, тот человек, который устраивает все резиденты, наверное, я не знаю. У меня нет такого восприятия всегда. Не было всегда ни такого восприятия, типа, о, плохо там, что такой вид, как бы... Да, единственное, вот меня, что действительно за всю историю резидента удивило, это семерка, когда там показали от первого лица вид. Но потом я так подумал, ну ладно, думаю, можно привыкнуть. Не знаю, наверное, дело каждого по восприятию, кому как удобнее. Кто-то, наверное, не ожидал, что будет вид камеры такой. Может быть, они допилят и сделают как-то, не знаю, камеру от другого вида, хотя это, наверное, навряд ли. В общем, каждому свое, как всегда. Это избитая тема, я думаю. Она уже всегда будет фигурировать. Так, то разве мы на первые вот... Не первые от первого лица. Да? А какой-то еще был от первого лица президент? По-моему, только семерка была. А, ну еще Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles. Да, вот это тоже, кстати говоря. Ну там рельсовый шутер вообще был, по идее. Ну в любом случае увидим, что выйдет. До января еще целых больше, чем полгода. А, ну да, Survivor еще, Gun Survivor, я вот эту тоже часть забыл. Да, тоже, кстати говоря. Но это немножко другой тоже род, в принципе, был игры. Это как... Как на игровых автоматах, в принципе. Типа этого, как бы. Так, ну что, я готов. Сейчас у нас будет Басецкий. Сейчас будем встречать Басецкого. Меня, в принципе, всегда устраивали эти всякие виды, что четвертая, что первая часть. Для меня вид камеры не особо важен, на самом деле. Подонки, вот он, сволочи. Раздаете, козлин. Да, это типа мини-босс. Мини-босс, замечу. Ой, прошу прощения, чё-то меня пропёрло чихать. Ну, это та личинка, которая выросла. Бой, если ты не понял. Это та самая личинка из Бена, которая вылезла. Вот она преобразилась, скажем так. Спасибо, Бог. Ой, чё-то пропёрло. Чихать. Что это все было? Убегать оттуда было глупо и бессмысленно. Эти зомби везде. Людей почти не осталось. Я была там, Леон. Я знаю. Живых. Эйда, я офицер, и моя работа заключается в том, чтобы охранять тебя. Но мы не выберемся отсюда живыми, если не будем работать вместе. Хорошо? Хорошо, делай как знаешь. Быстро вырос, да, действительно очень быстро. За 2 минуты, походу, так быстро вырос он, что уже мутирует. Но они, кстати, быстро растут. В отборке было показано, вырезан ты в отборке в первом файле, во втором сценарии, что эти твари быстро вырастают очень, за минуту буквально, даже меньше. Так, это мы выкидываем.
Это мы тоже выкидываем. Это мы возьмем. Как делали, он так и не соблазнил Ада. Да нет, только-только вот пытается, учиться, но не, Ада не покорно, не ломается никак. Все держит, как говорится, позиции. И будет она держать еще на протяжении многих частей, что как раз таки так и было, по-моему. Факт, смотритель канализации. Список пользователей подземной транспортной системы. Каждую первую и третью среду месяца системой будет пользоваться глава отдела обслуживания Анжелика Маргарет. Поскольку используемое ее оборудование может быть повреждено испарениями влаги, вам будет необходимо осушать воздух. Повышенная осторожность. 6 из 16 часа каждого месяца системой будет пользоваться шеф полиции Брайан Айронс, чтобы посещать обычные собрания в лаборатории. Каждую четвертую пятницу, каждый нечетный месяц системой будет пользоваться Вильям Биркин, чтобы проводить семинары для чикагского отделения корпорации Umbrella. Ввиду риска покушения на жизнь доктора Биркина, от вас требуется предпринять повышенные меры безопасности. Вы будете оповещены и во всех других лицах, в которых будет разрешен доступ к системе и о возможных днях их посещения. Проводите указанных лиц к требуемым местам. Будьте вежливы и внимательны. Чарльз Колман, главный секретарь корпорации Umbrella. А, типа они послали факс, вот такие распоряжения пошли, а там брыл. Это Леон Лопуха Ада Бабагуль. Да, на самом деле. Ну, Ада на самом деле тоже Леону во многом помогает, если так посмотреть. Сейчас, допустим, она сейчас пойдет с ним, она будет ему сейчас неплохо так помогать скоро. Так, магазин же надо выкинуть. Магазин. Так, магаз мы выкинули. Женщина была. Я должна поговорить с ней. Может быть, он не по бабам. Нет, у него с этим все в порядке, это уж точно. Он потерял сознание от шока при ранении. Рана кажется несмертельная. Но эту зону у нас доступа нету. Это уже будет за Клэр. А давно хочет ли он? Хочет, что ли он другой ориентации? Нет, Леон просто вот такой сдержанный, как бы. Ада, наверное, просто хочет, чтобы решительные действия он какие-то делал. В четвертой части, кстати, это было показано, когда Леон хотел, типа, Ада подумала, что он ее хочет поцеловать, то она была, ну, как бы, не против, и видно было, что она, как бы, могла к этому. Но там произошла другая сцена. В общем, Ада хочет от Леона таких действий решительных, а Леон как бы все держится, как бы, ну, пытается быть Дон Жуаном, старается, как говорится, не делать резких движений в этом плане. Ну, все просто. Пауки, а? Отлично.
Завалили козлин. А вечером стрим будет? Да, вечером будет стрим, обязательно. Куда же без вечернего стрима? Вечером обязательно будет стрим. Я просто вчера не сделал стрим, решил немножко отдохнуть, скажем так. Все-таки тоже постоянно стримить, устаю. Вчера я меду днем не сделал. Вот это понял. Если бабы хотят решить их действия со стороны, тоже верно. Гэсси, если я не ошибаюсь, то ты тот человек с картой. Идентифицируй себя. Эйда. Эйда Ванг. Эйда Ванг. Я слышала это имя раньше. Теперь я вспоминаю. Один человек из Чикаго приехал, чтобы помогать исследовать вирус Т и использовать имя девушки как пароль. Я думаю, Эда и Джон. Как ты узнал? Кто ты? Аннет Беркин. Мой муж ответственный за разработку вируса Т. Вильям Беркин. Что? Джон мертв. Он стал одним из этих зомби. Мои соболезнования. Но... И хотя я жалею об этом... Ты скоро к нему присоединишься. Я не разрешу никому забрать у меня вирус G. Вирус G? Оно может создавать наилучшее биооружие. Его потенциал превосходит вирус T. Это означает, что та тварь в полицейском участке — это... Точно. Мой муж Вильям. Это все ошибка Амбреллы. Ничего бы не случилось, если бы они не пытались украсть у него исследование. И он неотъемлемый тихушник, делает вид, что норма сам по себе скрисохнет. Ну, не знаю, не знаю. Так, отсел пошел у нас. This way. Сюда. It's sheer мой G-вирус просто идеален. My precious G-virus. Никто его у меня no не отнимет. Will ever take you away from me. There he is. Вот он. So you finally come. Вы таки добрались сюда. Доктор, мы должны взять G-вирус. Простите, но я не отдам вам работу всей моей жизни. Стой, можешь повредить колбы. Вроде бы все в порядке. Выметаемся отсюда. Уильям, о боже! Подожди, дорогой, я тебя спасу. Подожди меня. Альфа, вирус у вас? Так точно, мы покидаем здание через одну минуту. Понял. Вы хотите сказать, что он своими руками заразил себя G-вирусом? G-вирус имеет способность восстанавливать жизненные функции. Что это было? Здесь что-то не так. Давай проверим. Вон там. Схавай это, урод! Я пытаюсь его остановить. Скорее! Что за чертовщина? Огонь! Огонь! Ах ты скотина! Итак, это крысы-носители вируса. В результате его вирус стал причиной трансмутации. Вильям потерял все воспоминания, которые у него были до этого. Даже хуже. Каждый вирус G включает биооружие и имеет способность имплантировать эмбрионы в другие организмы. Энн сделала отпрыск. Нет, она бросила...
Очень плохо. Шиберу совершил точку G, потом сейчас так агрессивен. Да уж. Так, вот эти два чувака. Нет, там всего, как я понял, 4 человека. Вроде как. Но вообще их было 6, мне кажется. Нам показали только 4. Так, это нам все равно брать не надо пока. Недаром было бы так с видом не версии. Так, ну что ж, по крайней мере, мы эту Аннет уронили, скажем так, куда-то. Эйда? Так, очнулся Леня. Так, ну что? Идем за Адой. Нет, судя по всему, их было больше. Вот здесь 2 трупа лежат. Здесь лежат 2 трупа. Вон там еще в воде один труп лежит. Вот здесь тоже один труп лежит. Это уже 4 человека. И вон еще один труп, 5 человек. Значит, группа состояла из 6 человек. Шестой как раз таки это вот этот ханк, наверное, который выжил. Было 7, из них выжило 2. Нет, 2 точно не выжило, потому что выжил только Хан. Это об этом даже говорилось в 3-й части, в эпилоге. Потому что выжил именно только Ханк. Все остальные погибли. Ханк встретится с выжившим, и тот погиб у него на глазах от монстра. С каким выжившим? Не знаю, он потом откуда-то это узнал. Может быть, я чего-то не знаю. Но... По-моему, Ханк ни с кем не встречался. Он улетел на вертолете один. Эйда! Thank you.
минус крокодил. А как же вьетнамские флешбеки Ханка? Ладно, предатель. Не знаю, не знаю, о чем ты. Это нам не нужно. Похоже, сюда свалился мусор с его города. Леон. Эта пуля дело не облегчит. Тихо, Леон. Я помогу тебе. Это тоже оно. Не стоит. Я только что узнала, Джон мертв. Что? Ничего страшного. Давай просто уберемся отсюда. Чем скорее, тем лучше. Так, в общем, парень Эйды мертв, и больше нечего тут искать и ловить. Ник, смотритель канализации. 8 июня. Наконец-то мне удалось увидеться с Доном и поговорить с ним после работы. Он сказал мне, что все это время провалялся с постели какой-то жуткой болезнью. В этом случае нет ничего удивительного, если помнить, сколько он уже лет у нас работает. Он весь обливался потом, чесался, словно прокаженный. В это время, что мы с ним поговорили, я спросил, его не чувствует ли он жар. Но он только странно посмотрел на меня, да что с ним такое вообще. 7 июля. В последнее время шеф Айронс все чаще посещает лабораторию. Не знаю, что он там делает, но раз от раза он выглядит все более угрюмым. Вчера выражение лица было еще и крайне встревоженным. Полагаю, дело в невыполнимых требованиях мистера Биркина. Но я не знаю, что мне жаль шефа. Он много сделал для города и не заслужил всего того, что он на него свалил сейчас. 21 июля. Мне редко удается выпить, потому что я работаю в ночную смену. Впрочем, жаловаться мне особенно не на что. Ведь в конце концов этим я зарабатываю на жизнь. 16 августа. Сегодня шеф Айронс пришел позже обычного, выглядит темнее ночи. Я пытался взбодрить его шутками, но это только еще больше разозлило его. Он выхватил пистолет и ткнул мне под нос. Мне едва удалось угомонить его, у этого парня явно проблемы с психикой. Впрочем, он точно знает, что ему не войти в лабораторию без моей помощи и медали. Интересно, и что в его понимании означает служить и защищать. Встреча была в лаборатории, где произошел разговор, после чего монстр напал с потолка. Есть альтернативная сцена, где после ссоры Ханк убивает выжившего после ссоры и выясняется, что тот является подонком, думающим о личном спасении. Честно говоря, Quantum Tom, ты мне рассказал что-то из другой вселенной, но я, честно говоря, о таком не знал. Может, это в каких-то файлах говорилось, может быть, в Umbrella Chronicles или Dark Side Chronicles. Но я не в курсе, как бы. Может быть, я действительно чего-то не знаю. Говорить, что это неправда, я не буду, потому что я не знаю. Может быть, есть такой файл. 21 августа. Вильям сказал мне, что полиция и пресса начали расследование дела Umbrella. Но его словам, расследование затронет весь город. И вполне возможно, что ищейки добьются даже до канализации. Он попросил меня приостановить все работы в канализацию до завершения расследования. Канализация по-прежнему будет использоваться для прохода, но он настоял, чтобы я был предельно осторожным, пригрозил, что я потеряю работу. Если кому-нибудь станет известно о том, что тут происходит. Да,
трамваем. Включать подачу энергии надо. Мы прибыли на место вроде бы как. Так, вот ключик получили. Да, теперь дробаш будет супер, давай вообще. Сейчас смотрю эту часть ремейки Амирико стрима. Как тебе? Понравилось? Не понравилось? Yeah.
Так, берем визишку. Одну, наверное, смесь. Потом можно выкинуть. Персонажи изменена, инвентарь, оружие, качество картинки, а суть та же, очень похожа, только зрение, зрению легче видно яснее. Да, в принципе, тоже верно. Эйда, ты меня слышишь? Давай, скажи это. Она без сознания. Вообще, мне так показалось. Не умирай, Эйда! Давай! Просыпайся! Ну давай же! Пожаловать. Эй, не волнуйся, мы сейчас внутри секретной лаборатории Амбреллы. Я пойду поищу что-нибудь, чтобы справиться с этим, поэтому отдохни чуть-чуть. Но я буду тебя тормозить с этими ранами. Иди, спасай себя. Послушай, это моя работа заботиться о тебе.
Ты будешь в опасности, если останешься со мной. Мы недолго знаем друг друга, но мне очень понравилось с тобой. Я знаю, что не могу ни о ком заботиться. Но я не хочу терять тебя. Мы уйдем отсюда вместе. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь. Там же Плюшкина по-своему ставится, он стоит сейчас довожу. Нет, там ничего такого нет на самом деле. Это я уже миллион раз проверял в свое время. Ничего особенного, там не могу остаться, тем более после монстра. Так, пистолет, в принципе, можно пока выкинуть. И патрон к нему тоже. Так, можно сохраниться. Так, ну что ж, ребятки, на этом мы сегодня закончим тогда. Завтра наверняка уже добьем сценарий за Леоном. Тут осталось, в принципе, на часик, может даже меньше, игру пройти. Так что всем спасибо, кто смотрел. Это было прохождение Resident Evil 2 за Леона. Так что, ребятки, всем спасибо, всем, кто смотрел. Леон хотел сказать, я люблю Вескер, но не сказал, пожалуй, женские чувства. Да, он не признался в своих искренних чувствах. В итоге соврал Эдди. Так, ну что же, в общем, всем спасибо, ребятки. Сегодня вечером 8:30 будет Warcraft. 8:30, где-то вот так, ближе к 9 вечера. Так что всем спасибо, кто смотрел. Увидимся с вами вечером. И всем пока, ребятки.